Сегодня, в праздник Вознесения Господня, предстоятель Русской Церкви совершил божественную литургию в столичном храме «Большое Вознесение» у Никитских ворот. Эта старинная церковь отмечала престольное торжество. А в канун праздника Вознесения всеночное бдение было совершено патриархом Кириллом в храме Христа Спасителя. Вот именовали дни Пасхи. Настал день Вознесения Господня, когда вспоминается событие новозаветной истории – вошествие Иисуса Христа во плоти на небо. Господь возносится к Своему Небесному Отцу, чтобы ниспослать Святого Духа, основанной им Церкви. Но этот день напоминает нам и о словах Христа о Его втором пришествии, когда Он явится на земле вновь, уже в Своей божественной славе. По окончании богослужения Святейший Патриарх возглавил чин наречения во епископы, кандидатов, избранных Священным Синодом для архиерейского служения. Ими стали архимандрит Алексей Смирнов, нареченный во епископа Бакинского и Азербайджанского, архимандрит Феодосий Шитов, во епископа Алатырского и Порецкого, архимандрит Милетий Кисняшкин, во епископа Ордатовского и Оттяшевского, и архимандрит Макарий Муминов, во епископа Нерчинского и Краснокаменского.